30-31 января в Ивановской области пройдет крупный межрегиональный форум «Культура и правосознание. Объекты культурного наследия». В Кинешму приедут представители реставрационных и проектных организаций, ученые, краеведы. Специалисты из 10 регионов России обсудят наболевшие проблемы в области охраны и восстановления памятников архитектуры. Задача форума – объединить усилия органов местного самоуправления и реставрационного сообщества в нелегком деле сохранения объектов культурного наследия. Мы давно хотели поговорить об объектах культурного наследия в контексте культуры и правосознания, потому что мы понимаем, какие бы усилия государство не предпринимало к сохранению объектов культурного наследия, без научной поддержки, без поддержки экспертов, без обсуждения этой тематики в широком кругу, мы не сможем решить целый ряд проблем. В частности, мы не знаем сегодня, что делать с промышленной архитектурой, как придать ей вторую жизнь. Мы не знаем, что сделать с усадьбами.